Осторожно, благотворительность. В ноябре некоторые куряне, помимо квитанции за коммунальные услуги, получили еще одну с просьбой оказать материальную помощь общественному фонду. Деньги предлагалось перечислить на строительство реабилитационного центра для воинов-инвалидов и их семей. Куряне усомнились в законности подобных рассылок. Сотрудники МВД провели проверку и разъяснили ситуацию. В принципе, документация вся легитимная, никаких мы нарушений не обнаружили. Тем не менее, никаких договорных отношений с этим фондом, допустим, УВД нет. У меня нет такой информации, чтобы этому фонду предоставили какую-то землю, чтобы они там начали оформлять какие-то земельные отношения для строительства. Полицейские напоминают, благотворительность – это добровольное пожертвование, поэтому перечислять деньги или нет, каждый человек принимает решение самостоятельно.